секундочку, если посмотреть прошлый див там Западной Европы, прошлый сезон, там же даже Into the Breach, которые в итоге поплыли там и все, и дисбандились, они все равно карты-то отжимали. Mm-hmm. И вот тут надо тоже постараться, мало ли, может, экстрим сегодня не с той ноги встали. Так, наконец-то Броду Абиби забанили, кстати, они в первой карте вот пропустили ее и Бродой наказали их. Слушай, Пангалер уходит в бан. Ну что, остается у нас Инча? Так и думал. Даже не сомневался. И в ответ должен быть тренд плюс один, тренд Марси от экстримов какой-нибудь. Гост уже, по-моему, тоже поиграл на Марсе. JT. Кстати, вот JT КК, кстати, довольно здорово играет в линии, что у них прям дуо очень крутое. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Интересно, как с даблпиком раздрафтят экстримы, потому что до этого я что-то не припоминаю, что у них выдающиеся, но вчера мы видели Брюмастера, будет ли что-то здесь похоже? Миран Эмбер? Миран Эмбер? Ну да, нет. Почему нет? А можно по ликвидам вот этот, опять же, два сапа открыть, типа Snapfire плюс там Тинни, они Snapfire плюс Кар открывают. Интересно, что будет у них? Ну, что-то тут первый пик, ладно, быстро задрафтили. Вот насчет второго, что у нас тут? Как? Да я думаю, это Эмбер 99,9%, если честно. Хотя часто они оставляют именно вот вторую стадию, последний пик в такой ситуации, или last пик для папарацци. И они часто, знаешь, что делают? Во второй стадии берут СФ условного. То есть на флекс там. Если что, сыграет Гост, если нужно, мы как бы в миде условного Эмбера там перекроем шадуфиндов. И папарацци, он же очень сильный лейнер. Он обычно выносит. Но тут почему бы и нет, просто я пришел к выводу о том, что Эмбер Спирит, он же любой матчап стоит, кроме Хускара. Окей, решили взять Тинни, это такой псевдофлекс. Можно и на мид на 4. Эмбера много героев закрывает, на самом деле, в миде. Там вот, давно забытый Некрофос есть. Очень хорошо стоит в Эмбера. Вот, наверное... Ну, когда ты его видел последний раз? Не, именно я его вообще не видел. Просто ты говоришь, что вот про одного Хускара, а я тебе говорю сразу, как вот аргумент, что есть довольно много героев. У меня вот был, например, Некрофос. Да, его отдай тот же самый. Слушай, ну ответ восьмым Марсом. Был бы Трайдер вообще в пуле. Был... Что еще? Любят драфтить такого. Наверное, из МБ только Бет остался, да? А, Энигма была еще, вот. Лоундруид. Ух, кстати, Гвозда на Лоундруид-то одну уже сыграл. Сигна. Как-никак, в ответ бан Темпларки. Интересно. Подозреваю я, что Тинни может быть медовым после вот этого бана. Такого. Забанили Эмбера еще на всякий случай для папарацци того самого. Но Марс, я так понимаю, через метеор, да, какой-то будет. Идея в этом. У тебя приходит Энча, она плодит скелетов, ты ими закидываешь метеор Хаммер. Очень быстрый пуш строений как раз-таки. Вопрос, что к этому Марсу доберут, потому что, как ты сказал, китайцы там часто снэпку тоже любят, кого-то Феникса взять. Это, ну, короче, нужно в арену Марса что-то ауешное, такое интересное. Ну, Феникс всегда был хорош. Просто, опять же, дуо саппорта Феникс Энча пока что я увидел только от LGD. Они вот этими героями могут хоть что-то сделать. То есть там пытались у них украсть этот дуо саппортов, и ничего не вышло. То есть, действительно, в моем понимании, какого-то всегда не хватает. Рики уходит в бан. Мертвейший, которого после патча этот шарт вообще как будто, я не знаю, там... Знаешь, это вот когда ты играл на земле, у тебя камень все время летел со скоростью 1200, по-моему, 1500 он там первый был. А потом мы сделали 900, и ты как, знаешь, как пенсионер там, я не знаю, какой-то, смотришь на этот камень, и он слоумо летит. Здесь то же самое примерно, с дротиком, с кастрэнджем, с кулдауном. Ты что так дышишь, Шейл? Что такое? Что тебе не нравится? Вот ты как старый дед реально бухтишь, вот только, даже не говоря ничего. Воздух. Воздух нужен? Все, да. Понял. Побольше воздуха. Глаз у нас что зачесался, никак не могу... Ох, не представляю, может быть, кот пробежал у меня. Ты представляешь? И вот, все, теперь будет чесаться. А у тебя аллергия, ты с котом, да, живешь? Не, у меня нет аллергии, просто он пушистый очень. Я бы показал бы, но надо выходить, там, попугая бы показал. А что, глаза чешутся? Что? Ну, возможно, я говорю, пушистый шерсть, возможно... Ну ладно, а у тебя попугай что-нибудь умеет, там, типа, прилетать там куда-нибудь туда-сюда? Ты его научил вообще чему-то? Конечно, и говорит каждое утро, доброе утро. Там, спокойной ночи, да, привет, как дела? А еще иногда говорю... А? А какой попуг? Волнистый или... Нет, это большой. Просто хвостый жако, большой. Он считается вообще средним из попугаев по размеру, но он большой, большеватый.
я бы даже сказал. А с кошкой они коммуницируют вообще как-то? Да, кот боится попугая нереально. Давай о Доте, а то что моих там домашних животных? Это ты. Потом опять скажут, что я душный, увольнять, потом напишут всем, кому угодно, я уже все, видишь, переживаю. Сальный сербаник, кстати, интересно, что возьмут. Может, аккор открывать какого-то? Или сапа еще одну показывает, что тебе нет. Ага. Шторм Спирит. Так, интересно. Ну это Лишак, похоже, да? Лишак не в бане. И смешать этого Штормика. 7E, по-моему, уже играл на Лишаке, если не изменяет память. Ну, хотя по парации, мне кажется, и не с такой ситуации выйдет победителем. Он уже этот вот знаменитый Vortex в стрелу, Avalanche Toss стрела, очень много стаба под эту Мирану есть. Так, Дизик. Дизраптор. Ну это, кстати, круто, потому что Шторм сейчас, он же очень редко может сделать Witchblade БКБ. Ты если делаешь Witchblade БКБ, у тебя мана не нет. Хватает маны банально. Тебе нужна какая-то Кая, там, условно, Фалькон Witchblade, вот что-то такое. Осталось. Поэтому Дизраптор способен перекрыть, безусловно. Слушай, знаешь, какого героя вижу? Вот не поверишь. Киетака Обсидиан Деваурер есть такой, легендарный. Как тебе? Да не знаю даже. Ты думаешь просто... Ну хотя да, надо мидер открывать. Вообще конечно, выглядит прикольно. Но с другой стороны, Леша тоже мне чуть поболее нравится. Ну, просто как будто сетап это через Астрал есть, да? Есть сейв героев потенциально от Мираны. Но нужно держать сильную, хорошую позиционку. Хотя есть Марс, который фронтит. То есть на УД ты всегда можешь заходить там второй волной, третьей волной. Не обязательно начинать. Надо пикать мидера, говорит Йон, там бит уже открыли. Вот, залетает, знаешь, фантомка. Вот у меня единственный вопрос. Вот я испытываю, так сказать, негодование небольшое. Ну кто в здравом уме будет банить фантомку? Вот вообще, вот ну неужели она 23 не может зайти? Вот ну неужели? Вы два бана делаете под эту фантомку, там, я не знаю, какой-то морф. Раньше он, по крайней мере, с Эблейдом, когда еще игрался, был неплохим контрпиком. Как, наверное, и сейчас, в принципе, из-за Аганима, который ворует блюр, там статы забирает и так далее. Но сейчас можно открыть и оффлейнера, да и керри можно. Интересно, что придумает Гост. Есть какой-нибудь Террор Блейд, например. Есть Террор, что еще? Круто. Урса, но она МКБ, наверное, не хочет, да, покупать. Но Урса фантомку не знаю как. Мне кажется, что все равно Урса лучше. В итоге это вообще Дум. Ну, закрыли линию, хорошо. Кстати, Дум может еще потенциально быть керри. Ну, в Китае, возможно, все, судя по сегодняшним играм. Вот, поэтому почему бы и нет. Ну, вообще выглядит так, будто бы для Дума настолько фричная линия абсолютно. То есть что там фантомка Дизраптор слэш фантомка Инча сумеет сделать этому Думу под Мираной, я не знаю. Ну, и Тини можно просто поставить в легкую. Как делали у нас ребята из Астра, допустим, у них просто играл Сиамис на, ну, на таких героях, типа вот Primal Vista, допустим, они выкатывали. Он шел в легкую, под него добирали какого-то дальника и кайфовали. Ну, это флекс Марса, да, я так понимаю, то, что мид или тройка. И они решат это после банов, останутся ли герои на мид какие-то закрывающие шторма. Вот Морф, кстати, ушел в бан инста после пика фантомки. Видимо, я был прав, что они боятся этого Морфа. Да нет, я думал, что они реально думают, что это Марс медовый. Слушай, это же вообще лут 100%. Ну вот просто представь пик, без мастера, Марс, фантомка. Это что такое вообще? Ну... И у вас ласт пик еще закрывающий. Понимаешь, зачем банить беста, если у вас есть Дум еще, который на 15 левле кушает этого энчанта? Тем более, что сами вы беста точно не возьмете фантомку. Ну хотя сейчас и многие стоят этим бестом фантомку. Я вот уже наблюдал такое и в High Rage Matchmaking'е. Всем все равно, они просто не качают кабана, либо берут, как умные люди, качают кабана там на левел 4 и просто идут стакать себе тройку. И если даже у них плохая линия, они возьмут левел 3 топоров и идут с кварити базилой качать эту тройку. Двойку, нынче называемую. Так, ладно, остается керри вниз, скорее всего, для экстримов. Чем будет играть Гост? Террорблейд мне все так же нравится. Ну, Террорблейд, видишь, против Марса, там плюс-минус не очень хорош. Есть, кстати, Сларк какой-то условный. Мне кажется, Сларк здесь смотрится куча. Да, типа фантомка считается его контрпиком, но остальные сапы тебе... А, ну хотя там Дизраптор. Ладно, наверное, плохая идея. Но просто Траблейд в Марсе не очень. Травку в Марсе по этой же причине ты брать не особо хочешь. И будто бы... Ну, знаешь, линия как-то Тини Дум
Ну, не знаю, как-то... Мне кажется, Doom Мирана выглядит поярче немного. Плюс ты хочешь на все-таки... Ну, хотя ты на Миране, наверное, пойдешь в инчу, правильно? Попытаешься заскаутить ее где-то. Чтобы кушать крипа стрелой своей. Кстати, действительно, это может быть Марс Смит. Вот тебе он не нравится, а я вижу, как он до КСН играет в Эштормаут через эту арену, стрелу, арена, копье плюс Метеор Хаммер. И туда какой-нибудь еще импетус лишний залетает, и урона как будто бы даже хватает. Ага. Ладно. И Марси 3 тогда, да, у нас? Ладно, давай так, 0-1 за экстримов, несмотря на ласпик, мне вообще не нравится. Три жаднейших кора в итоге. Вот, знаешь, как будто не хватает... Даже вот... Я просто не вижу, когда раскрывается одновременно Марс и Фантомка. Вот есть такое вообще? Или это какая-то... Как это вообще? Вот раскрыть двух героев с весь ДПСом, которым нужно, ну, условно, одному Б, второму что? Второму Армлет, БКБ, что-то из этой, наверное, серии. Но мы с тобой видели, вот у Астрариас получилось, да, добраться до шмоток, они все равно не вывезли, но там это случилось чисто потому, что мидгейм великолепно отыграли. Здесь на Марсе не факт, что получится. А появляется просто casual ЦК, и да, пойдут просто давить, почему нет? Тут как раз соблюден баланс, знаешь, потому что Шторму надо покачаться, GT тоже будет жадно довольно играть. Нужен такой сэмикор, который побьет немножечко лес, выйдет и будет ломать уже лица. Но в целом мне пик снизу, конечно, поболее нравится, честно говоря. Но мне интересно, как Савенье себя на Марсе реализует. Я просто изначально думал, что это хард Марс там через Метеор. В миде хочешь ли ты вообще этот Метеор собирать? Каков будет билд? Я вижу, как стрела Reality Rift, это вот, ну, ЦК с Мираной должны просто Марса с Инчой похоронить. Ну, в то время как и... А, подожди, это Марси Инча, а не Марс, все правильно. Uh-huh. Слушай, ну 1-0 за экстрим, я... Ладно, все, я не могу. Не могу. Это опять, это вот концептуально базовое, знаешь, скорее всего, говорит, нужно 3 сэмикора. Вот тут 3 хардкерри вообще. Фантомка, Марси и Марс. У YBB, и они просто вот не тут. Я не знаю, чтобы дожить до пика силы, вот Фантомке нужно БФ, БКБ, Дизоль. Да? БФ, Дизоль, БКБ в таком порядке. Ну, в каком он там купит, это уже его решение. Скорее всего, БФ, БКБ. Но чтобы mm-hmm. дойти вообще хоть до одной из этих шмоток, нужно хоть линию выиграть. Ну, линия с Фантомкой, Дизраптором, плюс-минус еще, я понимаю. Да, там нормально. Но в Дума поставить можно точно. Но когда ты пикаешь Инчу Марси, в теории, да, тоже, на бумаге неплохая линия. Но у вас там ЦК Мирана, вроде крипа можно убить всегда стрелой. Да посмотрим. Нет, Инча вообще, мне кажется, может без крипа играть, честно говоря, потому что там и стрела, и дум, то есть куда бы ты ни пошел, везде крипа скушают. Ну, на стадии лейнинга, почему? Да этот крип нормальный в целом. То есть ты можешь взять энчант, попушить линии, знаешь, как многие профессиональные инч-плееры делают. Просто берут крипа, отправляют его по линии, и, ну, на этой линии надо быстнуться. Так, два смока нажимают обе команды, будут они вставить варды, скорее всего, просто, либо дефить свой лес. Вообще, в IBB прошли вражеский лес. Или нет? Да просто зеркалки, по сути. Они просто своим стоят. Стоят в своих лесах, кайфуют. Коэффициент 3-2 на YBB. Но это поинтереснее, чем сегодня было с академ составом Мастер. Там на них изначально давали 5-6. Здесь хотя бы можно как-то в YBB поверить, несмотря на странность драфта. Не забывайте, друзья, на сайте BitBoom и в приложении применять промокод DPC и получать удвоение первого депозита. Касаемо рун, ну здесь точно будет 2-2, я прям не вижу, как Extreme контестят все это дело, тем более в YBB на первом левеле, и здесь, скорее всего, да, просто разойдутся, как море корабли, и мы обратим с тобой внимание уже на линии, где мне кажется, что скап стоит отлично, мы с тобой это уже упомянули, у Дума должна быть линия довольно комфортная, а вот в миде интересная заруба, потому что, ну, искона как-то шторм, милишников хорош, да, в центре, но здесь Марс, который потенциально, если выиграет плейн, апнет условно быстрый там шестой под перетяжку любого сапа, вы этого шторма заберете. Плюс есть дизраптор, да, который где-то может не дать тебе уйти. Все-таки у шторма там до 2 шмоток на ману, монопол небольшой, и, ну, в РНЖ там он глимса 4 всегда находится, когда улетает. Слушай, они сапнули все-таки дизраптора, да? Топ пошел он с Марси, и ничего не пошла. Но это еще хуже, по-моему. В итоге... Да просто, видимо, Инча забрежила Мирану. Но все равно и... Да. Куда бы ты ни пошел, карт-бланш такой.
Ну ладно, что? Возможно, тут еще, знаешь, из серии, что... Хотя вот мне кажется, что инча в Мирану стоит более или менее нормально. Ну то есть ты можешь же нормально крипа водить. Нам те же LGD это не раз показывали. Сиамис, Бубока на тоже Enchantress играют. Мирана не всегда имеет возможность кушать крипа. Дивай, кстати, сильно просел по ХП. Thunderstrike работает. И вот несмотря на то, что Фишман, да, принес вот эту меду с Глимсом на первый левел, мы видим, что первый спол Дизраптора иногда, ну, мега сильный. Очень хорошая позиционка у Дизраптора. Я, честно, сделал он выводы после предыдущей карты, судя по всему. Бионт вообще качает себе сайдкик. И вместе с Дизраптором... Вот здесь хотя бы правильное нажатие кнопок, слушай. Так, нападение, пробивка, точнее, даже это и Марси. Ничего не может этому противопоставить. Странно, что Гост предпочел дать лишнюю тычку, а не заденаить ранжа. Мне кажется, тут довольно важно, кто быстрее апнет второй левел, потому что Мирана может даже без липа просто взять, знаешь, на ходу эту стрелу и подреалить рифт, закинуть эроу. Вы так любого героя сотрете. 7E теряет ХП, а вот это то, о чем я говорил. Интересно, была ли стрела здесь у Мирана? Нет, были липы, но и с этим дэмэджа достаточно. Минус 2. И я напоминаю, что эти 2 килла делают по Марсе, которая была ластпиком. Опять же, был кентаур в пуле. Огромное количество. Не, подожди, ЦК был ластпик, Марси был 23. ЦК ее закрыл. А, вот да, так. Точно. Вот так. Ну, anyway, я имею в виду, что это последняя стадия. Ты практически все, кроме керри, видел. Но ты все равно же должен подозревать, какие керри там будут. В общем, я к тому, что ненадежно пикнули. И, возможно, эту Марси стоило открыть пораньше. И тогда было бы меньше проблем на других лейнах, где пока Шторм чувствует себя великолепно. 18 на 0. Так 7E тоже нормально у него все. 12 на 2, на милишнике Вэшторма, он качается, у него есть бот, это все нормально. Я думал, Марс похуже будет стать, но это, видимо, с левом будет, когда саб перетянется. Заденайл все-таки крипа кто-то. Это такой звук, я думал, на самом деле, ты кашляешь, когда бьешь, когда фантомка бьет или дышишь. Это, оказывается, звук такой вот этой персоны, которая на Пейла, в моем понимании, похожа. Да, кстати. А, так еще и Манаберн, думаю. Ну, хоть он и понерфленный, в целом... Сути роли это не меняет, как апулит. Вот непонятно, знаешь. С одной стороны, надо все это дело забанить, с другой стороны, у тебя инча, который, наверное, тоже хочет эти стаки какого-то крипа взять. Но в моем понимании, для думы крипа взять приоритетнее. Потому что Enchantress, ну, возьмет она что-то, да, и этот крип будет существовать минуту. А дум будет тебя монобернить всю историю этой линии, и тебе постоянно неприятно. Плюс GT, скорее всего, взял стики, он тут с фулл ресами, сейчас земля в 2, все, он не убиваем. Метеор делает GT. По вот этому, кто там, XXS, да, делал в прошлой игре. Я скажу так, меня, наверное, никогда так не напрягал вообще какие-то шмотки в доте, как вот звук от этой персоны, или как это там называется, аркана, не знаю. Персона. То есть я, наверное, впервые в жизни, ну, знаешь, подмечаю для себя, орех, нифига себе, отпрыгнул 2 раза или 3 раза даже по GT от соседней шишки, в итоге вынужден нажимать сальву. Да, вот Инча взяла 3-й, и сейчас нужно Деваур, конечно, оставлять. Еще и Максель придется от Деваур, потому что Инча 5-го левела крипа может брать на 2-м левеле Инчанта, а Дум не может теперь. Ух. Что поделать? Ну, да. Вообще по линиям ЦК начал страдать с того, знаешь, что... Знаешь, хочу попросить обсервера не показывать нам бот-лиде, только потому что мне этот звук раздражает. Так, нападение в миде. Ну, просто пробивает, на самом деле, 7E. Папарацци. 19 на 13, кстати, у Марси. 13 динаев. На минуточку. Там ЦК вообще что-то не тут. Так вот, я об этом и говорю. Но да, с другой стороны, когда у тебя сайдкик и дизраптор рядом, ты же можешь там нажимать сайдкик условно по 2 героям и донаить все, что видишь, и того же Киоснайта пробивать. Хорошо стоят, но я думаю, что у Госта, конкретно по нетворсу, там все как у Марси или даже лучше. По простой одной причине. У него был First Blood и даблкил, с которого он залутал еще и море экспириенса. Девай забрал. Девай, да, забрал. Ну, да, там, скорее всего, у ЦК не самая лучшая игра, если честно, судя по линиям. Так, тос крипа сюда. Еще и аваланч. Да, очень сильно мешает, очень много урона наносит. Это, наверное, самый статовый крип же, да, с резистом, повышенным, с физом, маг-резистом. Нападение на КК, потратил все нюки, нужно же идти нажимать землю, но спокойно уходит КК. Метеор будет, кстати, довольно ранний. Я думаю, минут тек 8 он его доделает. И на самом деле под синий, на линии стени это сильно.
Потому что ты условно даже стан кентавра брать не должен, как делал XXS, просто тебе не засыпает. Тосает аккуратно, ты под него набалтываешь, убили дизраптора на топе. Дивай, правда, остался без липов, я так понимаю, без ресов. Бейонт идет за ним, но отсутствует прыжок, поэтому Мирану здесь не догонит. Знаешь, что хочу сказать, что плохо то, что вообще дизраптор умер в топе, потому что он... Чей, Мирана не успела из-за этого на Лиуруну, ее забирает Марс. И шторм с пустой банкой, хотя там можно было нафигить этой Мираной и оставить свой экспо для ЦК. Ну, тут ЦК как будто надо с Мидасом играть. Уже игра... Ну, он не задоминировал линии, поэтому что делать-то? Ну, чтобы упростить жизнь, по идее, Гост может зайти на Бэтбум, ввести промокод DPC и удвоить свой депозит в 2500, у него будет 5, все, он топ-1 нетворс. Такая, в общем-то, идея. Все, JT, я так понимаю, корону он уже везет. Остался один всего-навсего рецеп. Ой-ой-ой, совхов задули КК. Потерял тени позиционку, фантомка летит уже за ним. Но тут, конечно, богоподобный тос. Однако он тени не спасет ни в коем разе. Лу получает этот килл. Зарубы продолжаются. На топе у нас тоже что-то происходит. По-моему, поймали там то ли Мирану, то ли Мирана кого-то словила. Тэпет сюда шторм, кстати, с фулманой. Может сейчас залететь на ульте. Попарация на месте. Килл оставляет ему, естественно. Было бы обидно, знаешь, если шторм прилетает, и у него просто, ну, не хватает ресов. Ну, вернее, он даже не убивает никого, тратит все ресы. Шмотки можно было тогда выложить, ну, так, демонстративно, знаешь, что парень не прилетел, пол, этот, килл мне не оставили. Да, если честно, я думал, что... Повала какая-то у меня происходит. Кстати, Инча почти умирает от орехов тавера, стрела летит! Это было близко. Если честно, реально. Это было красиво. Короче, казалось, что Doom и Тини должны чуть получше стоять, но два милишника под, видимо, корожным, да. А маны на лип нет, девай! Неужели на фиде так просто для Лу? Ну тут, конечно, Инча забайтила шикарно. Там первый прыжок Мираны был, чтобы дать стрелу, второй, чтобы уже старштормами как-то добить, а ну получилось, как получилось. Мирана умирает здесь, оставили ЦК, кстати, в соло на топе. Ну, у него вроде шестой, он просто нажмет фантазм, и ближайшие там секунд 40 будет стоять с кайфом. Ты не можешь подходить, когда у ЦК даже иллюзии первого левела. Знаешь, что хочу сказать? Во-первых, очень легко дать метеор комбо, когда тени подойдет, а ланчтос на героя нажмет, и колоссальное количество дэмэджа можно вписать через два нюка тени плюс метеор плюс землю. И, скорее всего, фантомка либо будет на лоу хп, либо даже умрет. Это первое. Второе, очень важно купить Witchblade на шторме, чтобы убивать эту фантомку. Одной тычки, которая 100% не миссанет, плюс там замедление, плюс урон, хватит, чтобы закошмарить бедного игрока на фантомку. Слушай, а он получит метеор сейчас просто так, на халяву, еще будет там... Еще и шоквейв GT под землей все это. Лу понимает, что тут дело пахнет жареным, пытается он разменяться, крипов нет. Какой же легкий килл. Это так, погоди, вот... а фантомка не может на линию уже вернуться. Там же Дума окно шестой, все. Да. И шторм поблизости. Еще... Ты прилетишь, умрешь. Фантомке, по идее, надо в топ сейчас лететь. Инча летит, видишь, на ванпост, тоже не может тэпать. Это пытается найти какого-то крипа и, наверное, поставить вижен заранее, чтобы фантомку не убивали. Братцы показался, будут скрывать бот-тавер. Шишку забирает Инча. Хочу прочитать никнейм, никак не получается. Арканы, кстати, в миде у Марса. И, блин, он будет делать здесь шмоткой. Очень мне нравится этот билд. С другой стороны, кому-то нужно быть здесь, скорее всего, знаешь, этим вот громоотводом по фарму, потому что фарм весь будет, скорее всего, на Марсе плюс фантомке. И фантомка сразу смещается в топ, тут уже находится Хаус Найт с фантазмом, будет ли разворачивать героя в топе, находится здесь, получается, 2 в 3 пока что. Показывается Мирана, есть арена на Марса, на Марсе. Нельзя тут драться. Вы можно драться, если прилетит арену. Шторм или Дум. Да. Да нет. Там все равно одного героя гримсанут. Вы 4 на 5. Поставят арену, нажмут Unleash. Я думаю, что тут Мирана просто поделает. На самом деле, вот зачем экстрим вообще лететь? Если 4 героя стоят АФК, бьют тавр, еще его не сносят. Но читаемый довольно смог, потому что пачку пушит всего-навсего одна фантомка. Понимает, что оппоненты ушли с линии, но шторм успеет ли забрать руну, улететь отсюда папарацци! Улетает Глимс, будет или нет, Синий спасает своего шторм-спирита, правда, ценой своей жизни. Но я думаю, что это кайф, потому что тут будет тос. Вортекс нажать подвышка не получается, хорошая арена, пригвоздили, все-таки шторм-спирита папарацци тоже погибает от импетуса. Но это жесть. Правда, сейчас могут разменяться на фантомку. Там вылазка в топ уже была совершена. Реальти рифт нажали на фантом ассасин. Можно нам топ показать. Там гибнет керри игрок. Ну, хватает дэмэджа в любом случае. Сейчас будет лип.
по логике вещей откатится Старшторм. Еще и Теос Болт взлетает здесь. Вообще как-то странно Шторм среагировал, честно говоря. То есть, мне кажется, ну там два было момента. Во-первых, он мог Вортекс там притянуть под вышку, да, Марс, и было бы здорово. Он бы и выбил все ресы абсолютно. И второй момент, он мог улететь, когда, ну, уже очевидно, что Марс подходит на ранжу установки арены. В итоге мы видим на 11 минуте три топовых нетворса команды Slim. И Гост потихоньку реабилитируется, на самом деле. У него линия была не самая простая, Бьон хорошо постоянно. Дальше с появлением Chaos Tracker еще не максимального уровня. Просто с парой тысяч по крипам захиливается Хаос Найт и стоит тоже фуллов, так же как и на Марсе с этим. Но при этом Марс тратит ману, а Хаос Найт нет. Как думаешь, что будет в следующие пару минут? Кстати, Doom, кстати, не качает вообще, скиллпоинт висит и... оставляет он его, будет сейчас пушить метеором, да, подводит, кстати, Нича. Я бы на самом деле подумал насчет того, чтобы землю 4 взять и убить этого крипа, потому что он очень важен. Да, так и есть. Перепризвал, по-моему, или кончился крип, только что вы ничего не обратил внимания. Ну, все мега хорошо экстрим. Потому что оппоненты в два кора, там, ну, сейчас в одного кора и два сапа, стоят на топе, они здесь потеряли уже огромное количество времени, по сути. Вы вышку вскрыли, качаете три линии, играете активно. Я думаю, что сейчас преимущество может расти до 2000, что, в принципе, происходит. Но самое главное, это то, что Шторм доберется до Вичблейда. Doom сейчас купит себе Блинк, потом, наверное, ой, не Блинк, а Мидас. И после этого будет у него БКБ, сумеет комфортно вступать в игру. Смок нажимает под этот самый Вичблейд. Есть еще руны Инвизу попараться, чтобы как уйти бы в статик драка, не влететь. Не так. Как бы в статик не влететь сейчас. Нет, уйти не Тамбера. Нападение на Марсе происходит. Есть дизраптор рядом, может, возможно, нажмет все. Как в итоге с позиции? Шторм перелетает статик. Не хватает его маны добить, чтобы Марсе. В итоге все варенья Марса вылетает из арены Шторм, нажимая стики. Два саппорта находятся и, скорее всего, здесь... будет смерть, Ликака засыпает всех героев, не хватает урона, и кинсует все-таки его, нажимается Unleash, два сапа, если детекшн, называется Таверна. Были готовы здесь в IBB, и в итоге свою пользу подрались даже. Статик нажат, Марс арену нажал, Unleash нажат, не знаю, все кнопки потратили, но при этом хорошо все разменялись. Нужно теперь почилить минутку, подождать откат кулдаунов и еще раз попробовать что-то похожее сделать. Повезло, что папарацци вообще вылетел. У него там... ну, он прям вылетел из арены, и мало мана заканчивалась. У него даже на скачок ультимейта уже не хватало. Повезло немного. У Марса появляется блинк. На самом деле в IBB, невзирая на то, что уже только что выиграли драку, могут еще раз нажать смок и пойти этот блинк реализовывать. Там кулдаун арены просто минимальный. Главное, чтобы к этому моменту с АВМГ отхилился Шторм. Пытается выиграть Enchantress. Но это мега-мерзкий герой. Благо у Шторма есть и Вичблейд тот самый... и огромное количество магии, которое позволяет все-таки Enchantress с леса прогнать, убив. Поймали Марса, и Гост засолил просто мидера команды в IBB. Как это произошло, одному богу известно. Вроде как так, есть... ну, арканы просто все. Так там ты же кидаешь иллюзию. Это же типа стронг иллюзия, ЦК. Ничем не убивается, так же как герой работает. Просто Марс будто бы не нажал свой блинк и поймал на этом ЦК, судя по всему. По-другому я не вижу. Помог умереть. Метеор Камер кидается от GT в мид. Лив жмется, это последний, потому что вышка в боте уже была разрушена. У КК 3000, кстати. Но вышку засейвили в центре, но ненадолго. Я думаю, что просто метеора делает пуш. Да, метеор усиливает пуш, это 100%. Там особо никто не бьет здание, разве что с ЦК с иллюзиями. И вот он смог. Попытка реализовать блинк на Савенье. Блинк уже видели, ты сам сказал, что только что убили этого Марса. Вопрос, поймают кого? Потому что Мирана пока готова ребилить и в обход бегут на Тине. Но в любом случае, это всего-навсего сап. И я думаю, что КК будет собой более чем доволен, когда увидит, сколько героев по его душу прибежали. Но вот если поймает дополнительно Мирану, будет уже не так плохо. Она тоже подставилась здесь. Имеется Глин, чтобы ее вернуть, поэтому липы тратить здесь особого смысла нет. Чейл забирает килл, очень важно для него, ускоряет получение БФа. Довольно неплохой нетворс на фантомке. Да, все-таки он делает БФ БКБ в таком порядке именно. Оптимизацию. Ну, все равно, мне кажется, доп или не БКБ еще. Да даже и появится, тут Doom есть.
Хотя тут и двух героев надо одновременно, да, как-то думать, и Марс, и Фантомка вносит сторону, все остальное это так, контроль. Марсил, кстати, планомерно покупает себе БКБ. Тож. Гост неудачно нажал Фантазм, просто покачается. Немножко кайфы у нас переобулись тут, 3.6 на YBD и 1.26 на экстримов нам дают. Что ж, справедливо, пока что игра такая. Может в любой момент перевернуться, 3000 на Творс на 16, дабам не 20 против Outsiders, он чайно. Поэтому я вот говорю о том, что в YBB очень важно будет выиграть хотя бы одну команду из топ-6 или топ-5, чтобы остаться в диве и при этом кто-то другой вместо них будет так. Депаут вот так же Шторм, в итоге Марс Блинк и умирает. Да, вот Марс играет. Марс обидно, ошибся, конечно. Марс да, делает сейчас БКБ. Да, скидывает метеор в топе GT и сразу отсюда депаут нажимает. Я так понимаю, это будет размен на мид-вышку. 7E прыгает DY, пытается кинетик, даст DY. Но еще глимпс есть у дизраптора на самом деле. Стрела по дизраптору, еще так долго живет Мирана. Это и тут, возможно, будет разворот какой-то. Да, Дум прыгает, нажимает Дум на Марса. ЦК не успел подтянуть, как засыпать тоже бы. Не успевает засыпать бы. Ах, не достал. Но тут Фантазм, на самом деле, от Коста очень много урона сейчас летит, а Марси должна умирать, она это не переживет, да, там Реалити Рифт влетел, урна висит на ней, минус 2 в исполнении команды Экстрим, дополнительно к этому забирает вышку, стрела, Лу! Как же увернулся, как Нео просто в Матрице, еще бы секунда, словил бы Эрроу, секунда на 3, его бы распополаймили за это время. Там... Я, кстати, знаешь, что подумал? Фантомка-то непростая, у нее будет... Баф самый сильный в игре, это сайдкик в этой игре, и, честно говоря, это же мега сильно. То есть, знаешь, обычно в команде с Фантомкой ты хочешь какой-то Владимир видеть, а тут даже сильнее, тут не аура, тут полноценный скилл. И вот если на Фантомку там с БФом, БКБ, условно, дизолью ты накинешь сайдкик, она всех просто может убить. Ну, в теории идеального замеса звучит здорово, но лучше, наверное, таргет для Дума это Фантомка, скорее всего. Поэтому, как только Фантомка прыгнет, ему нужно либо убивать Дума, либо ждать этого Дума, пока тут прыгнет, и после этого только инициировать. Да, ну, нормально так подкачался. То есть, казалось бы... О, опять эта стрела Нео на инче. GT забирает в итоге хосту с 7E. Очень много урона получает девайс, задоджил он арену, долго стоит в контроле Марс, пытается на него коснуть Метеорхаммер, да, КК продлевает, Метеорхаммером добивает... А, нет, КК все-таки добивает 7E, и... Инча также умирает здесь. 2 в 0, девайс слишком круто как-то разыграл этот момент. Он и выпрыгнул с арены, в итоге не умер. Еще и все сделал, короче, грамотно. Ну вот, казалось бы, вот этот мидас с метеоркамерой мы с тобой хайли в предыдущей серии, что очень долго все итемы откладывает Дума. Но Дум-то с мидасом, деваура, метеоркамером этим качается. У него блинка почти БКБ на 18, у него 11200 уже нетворса. Еще и мидас не разряженный, и деваур можно нажать. То есть у него вообще там... Колоссальный нетворс, будем честны. Это аналог Лины, мне кажется, из прошлого патча по фарму. Да, у нее на 18-й минуте как раз там тоже БКБшечка, плюс два слота. Здесь, конечно, слоты не самые сильные, это все-таки метеор мидас, но тем не менее они есть. Она полетела по Марсе, как отличный прыжок, но Бионт успел среагировать, однако на стрелу поймали. ZZQ и уничтожили его максимально быстро. Это на самом деле крутые киллы, потому что лутает их папарация, и таким образом Шторм быстрее купит полкинг бар. В БКБ Шторму, ну здесь будет тяжело что-то сделать. Конечно, да, есть Фантомка, я вот говорил о теории идеального замеса, но опять же, для этого нужна Марси. У Марси, кстати, Блокинг Бар, наконец-то появился, хорошее решение от Бионда. Подстроился он под ситуацию, обычно делают армлет БКБ, но он понял, что линия идет слишком плохо. Если он будет делать армлет, то БКБ он купит на минутик 25, наверное. Это будет слишком поздно. И интересно, быстро ли пальцы у папарацци, в том плане, что среагирует он на копье, там, на статик... заранее. Ну, короче, на, скорее всего, на копье вот надо реагировать. Нажмет ли он БКБ раньше, чем копье его застанет. Так, на активную руну смог, в итоге КК. Будет ли прыгать первый, скорее всего, да, ему это надо делать. Прыгает он в Марса. Не хватает мана на тос, в итоге вытягивает реалити рифтом из-под стрелы. ДК, если у него БКБ, нажимается Фантазм, будет пытаться убить Марса. Арена, кстати, поставлена. Это белый свет для... Окей, зеленый свет для папарацци, для того, чтобы инициировать дальше. И я думал, белый свет, типа, ты рай уже видишь. В голове много всяких, знаешь, одновременно идей. Я не привык на сайте комментатора сидеть. Я нубчик. Буду честен с тобой.
В итоге остается Doom у команды Extreme Gaming, и там летит БКБ Шторму, Мирана с Юлом, сейчас будет. Да, выглядит так, будто бы если заберут этого Рошана, хоть он и первый, мало что решает, но если Шторм заберет Эггис, он может вообще играть очень вольготно. Позволит себе прям эти дайвы, любимые папарацци, как вчера. В целом, да. Шторм, конечно, он же сейчас еще и плюшмотку должен себе купить. Интересно, что это будет. Ну, можно дефолтную Каю Сэндж купить, почему бы и конечно, нет. Конечно. Я недавно тут видел билд через Аркан Блинк. Там Шторм играл что-то типа Фалькон, Виджиблейд и Аркан Блинк как раз такие. Маны у него было много, но здесь, понятное дело, без БКБ не покатаешь. Контроль все-таки есть какой-никакой. Но мы видим, что нажимать сейчас кинетик, статик в арену, это вообще худшее, что можно придумать по факту. Потому что одно нажатое БКБ контрит все это дело. То есть у тебя просто айтем за там 3600 контрит 2 ультимейта, еще и кучу нюков, что немаловажно. И жалко вот, что нету под дизейблом Марса какой-то снэпки, знаешь, чтобы на эти БКБшки поукнуть или что-то из этой серии. Смог нажимают экстрим. Пойдут они во вражеские леса. Там Марс качался очень-очень аккуратно. В миде показывается только Enchantress. Наверное, это немного не тот килл. Знаешь, Инчу ты хочешь убивать, чтобы либо ее из леса выгнать, либо чтобы за Рошана забрать. Но Рошан-то уже у вас, поэтому это просто лишние 200 голды для КК. Ну, тоже неплохо. И дабл дэмэдж необходимо взять по рации. Потому что у него сейчас и Гидо, он с этим ДД может на всю ману влететь файт, подоубить там с руки нормальные, потом резнуться еще. Подоубить, ты сказал? Да. Ладно. Все, по классике. Фанат головача? Так, Дивай пытается найти какой-то килл через Ю. Лу будет, скорее всего, нужно нажать БКБ. Дивай. Стрела точная. Шторм даже не поверил, что видимо, Лу не нажмет БКБ. В итоге Марс прыгнул, Марси прыгнула, и Мирана просто вышла. Да, нужно смокаться сейчас. Говорят. Нужно смокаться прямо сейчас, потому что вы застакались в одной части карты, нужно думов найти. Так. Очень медленно как-то странно играют в IBB, если честно. То есть смока не было у Дизраптора, хотя вот они же смоки нажимают очень редко. По-моему, за 22 минуты их было там, ну, два активных там на всех героев, и парочку саппорт просто варда расставлял в лесу. То есть они 100% есть, но странно, что у ZZQ не в инвентаре они. Но вот сейчас будет атака, скорее всего. Знает, что ЦК показывается в миде, однозначно экстрим здесь меньше шансфие. Уходит Дум, ловит его все-таки в арену, пригвоздили, по-моему, пора расправиться с Enchantress, статик великолепный, закрыли сапов, они никак не могут себя спасти, они-то без БКБ, КК тоже умрет, даблкил в исполнении коллектива YBB, и самое главное, что Дума впоследствии тоже уничтожили. Саванье, конечно, очень круто сыграл. Дум, я так понимаю, БКБ не успел, да, там нажать как-то? Он нажал после того, как вышел стан, у него было 10% здоровья. Нам сейчас, скорее всего, липой пока что пофайт, а все равно уже... Какой-то зачил происходит у обеих команд. Да уж, без ЦК драться вот оно вам. Файт на две части разделился, два сапа в арене и статике. Возможно, стоило на копье все-таки нажать БКБ здесь, думаю. Ну и Шторм, да, вот этот момент, когда ты пытаешься развести номера не на БКБ, у тебя Шторм спереди летит. Кстати говоря, знают, что у Марси Unleash Cooldown, есть Blocking Bar, пытаются на эту кнопку развести. Ну как же, знаешь, жадничают свои кнопки в IBB. Ну это круто, потому что для Лу это зарешало в том моменте. Он подсейвил БКБшку, выдал дэмэджи. Сейчас Марси тоже спел нажимать не стало. Пытались опять заеулить Лу, но не так просто его достать. Он там бегает в неуязвимости постоянно. Если что, на фантомке уже дизоль. И она вырвалась по нетворсу после этого файта. Казалось бы. И 18 левел очень нужен Лу. Иначе... Тут мёдом, видимо, намазано. Да не, опять смокаться хотят, судя по всему. У них быстро откатывается арена. А также в смоке находится Extreme Gaming. У Шторма что-то прям совсем по левелу, конечно, так все. Киллов он не делает, видимо, соло каких-то. Не фидят сапы ему. Там один раз Марцел нафидил и всё. Мирана все вот ненасытная, хочет с этой стрелы найти силу, точнее найти кого-то. Вот сейчас вот на варте найдут всю команду. Сейчас вард поставится, прыгает Тинни. Засыпка не уйдет по кому-то, либо всем по Марсу. Марс получает Дум. Инча уже умерла, Марс пытается выйти. Ставится кинетик. Шторм будет чередить всю команду. Байбекается Инча. Шторм получает статик. У Шторма 30 секунд, что я здесь напоминаю. И у нее еще БКБ активная есть. Инча в итоге пробивает.
Да, Дума убили. А сейчас на 7E, кстати, не будет сайленса. Ну как же КК прыгнул? Тост, идеальный 7E! Не успел нажать арену, попараться в БКБ. Расправиться, по идее, с Марси. Два кила. Лу, ну криты какие-то нужны, но он не дерется уже. Пытается выйти в блюре, контратака от него. Но Гост это просто так не пробьешь. Энтиантрас умрет тоже после байбека. Дивай ушел на лоу КП. И кто у нас выжил? Получается, Фантик. Только лишь Дизраптор. Вопрос. Кликните, пожалуйста, на Фантомку. Он нажал БКБ? Да, он нажал БКБ. Я просто не понял, когда он его нажал. Что, так сказать, приключилось? Он же вроде всех убивал без БКБ там. Все герои стояли в контроле. И просто подошел ЦК и дал ему стан. Как так вообще? Как? Угу. Ну, начало было крутое, на самом деле. Возможно, мы не видели, как Дум умер. Возможно, вот как раз таки за БКБ Фантомки он, думаю, убил. Скорее всего. Ну, там видел, Дум все равно круто прыгнул. Он прыгнул по Тине, задумил Марса. И мы видим, что команда YBB без Марса, без арены, там, копья. Ну, драться пока не способны, откровенно говоря. Кто будет стан это выдавать и все остальное? Так, подожди, а что делает Дум? Провела Шиву, а не Октарин? У него есть линза. Так, где Фантомка? Вот я вижу Фантомку. У нее есть БКБ в данный момент. Где? Кого она прыгнула? Ее заиулили. И вот он нажал БКБ. Там даже стрелу Мираны не откинуло, что ты поливал. Да, все понятно. Ну, Лу, получается, за БКБ сделал, ну, 0 тычек, 1 фортик. Короче, если 7 не показывался бы, то, скорее всего, он бы затаймил копье под респаун папарацци, и можно было пытаться размять как шторма. Ладно, у нас там файт уже в лайве, убивает Марс, убивает еще Дизраптора, Вард стоит в спине, не догадались об этом, не успели, точнее, разваливать, видимо, команда YBB. В связи с этим, наверное, они начали луку, у него есть БКБ, пора ой, критули летят! Маны нет, критов не было. Ну, может быть, убить Гаста, кстати говоря. Ну, тут крутутейший юл от Мираны. Успевает ЦК улететь, и все в мунлайте их не видно. Детекшн есть только по КК. Дум, кстати, уже в позиции. Сейчас будет старт, сейчас будет Дум. Умрет, скорее всего, Фантомка, так и происходит. Бион под Анлишем продолжает драться. Вечер кастуется немного не туда, но попадает все равно по Бионду. Да ладно. Марси должна умирать. Там сейчас дотикает. Си не может взять дерево, либо просто засыпать. Получается уйти у JT. Единственная выжившая это Инча. А, нет, там уже тэпаются герои. Инча, нейтралка сейчас двойной тычкой вот с этой. Два разных таргета полетело. Так, теперь Рифт сквозь БКБ, если я не ошибаюсь, появился талант на Фолснайте. И он опять в файте вместе с папарацци. Находит тут сапов, убивает Дизраптора. Папарацци уже на лоу-мане. JT также камбэкает этот файт. Бот онлайн что сыграют и убивают еще Рифт, скорее всего. Так и есть. А покажите талант 20-й Холснайта, правильно же он взял? Да, все правильно. Рифт сквозь БКБ. То мне на секунду показалось, что там другой был, но... Не ошибается так керри команды Extreme Gaming, я уверен. Он там эти таланты знает наизусть. Да Гост это мега талантливый игрок на самом деле. Который еще мега в составе РНЖ себя круто показывал. Да, все верно. Но... Кирас он покупает еще, купил точно уже, и будет Блатторм делать. Кирас это кайф. Я думаю, кстати, Дум правильно все делает. Потому что я видел несколько раз Дума, играющего против, ну, жесткого, знаешь, дэмэдж дилера, который именно лупит тебя с руки. Если ты делаешь Октарин, либо Аганим без плиты хотя бы банально, тебя пробивает очень жестко. То есть может быть ситуация, что он прыгнет, а просто от двух критов расклеится. Там все-таки сайдкик, дизоль, все дела. А Шива плюс Терраса позволяют тебе уже жить. Ну да, ты там с Инферно Блейда так жестко не подолбишь, как ты мог с Октарином и Шардом делать. Я думаю, что это не столь страшно. Мейнбрейкер, кстати, для Гаста. Теперь будет чуть проще забирать тех же сапов. Давать кому-то раскастоваться. Рошан реснулся. YBB реактор на него. Нажимает маву завесу. Пойдут сейчас в атаку. У них есть абсолютно все кнопки. Ну, как начать файт, не ясно. Потому что на арену всегда можно среагировать. Нажать кучу БКБшек. Плюс стоит в позиции у нас Тини. Готов ревилить и блинкаутиться просто. И не поспевает YBB. Никоем разе. Рошана забрали, видят Дума, стоит ли в него прыгать, я не знаю. Андрюш уже подрубили, копье взлетает, на реакции нажимает JT БКБ. Пытается выйти отсюда, команда поблизости. Бьонда сейчас закончится БКБшку, будет очень-очень плохо. Шторм полетел в атаку, половину маны потратил, вторая волна. Статик неудачный, попарас успел нажать БКБ, уничтожать свитчблейды Бьонда. Марс пока что живет, была арена ужасная, никого здесь забрать не получается у Марса. СМГ, скорее всего, погибнет.
и в Думе находилась Фантомка все это время. Погибает Кири команды YBB. Заберут Энчантрас. Главное, чтобы Гост тут как-то не откинулся, но он круто. Такой нормальный таглет. Тут вообще провал. Почему-то Марти прыгает первая, когда Марс в позиции на варде ждет этого Дума, и шанс того, что даст копье Марс, нежели ты нажмешь диспоз на Марси копье. Короче, я не знаю, почему-то Марси поторопилась, в итоге Дум не умер. Вот здесь. Вот. Ну вообще, под копье GT бы 100% умер. Ну миллион процентов. Там даже диспоз не надо было нажимать, я тебе так скажу. Потому что за 3 тычки у Дума пол хп отвалилось. Ладно, слушай, я на секунду хочу такое лирическое отступление сделать. Там чек в чате с никнеймом «Мама Виктора», один просит зайти его в команду. Маму Виктора точно берем. Правильно, что ли? Ну, можно, почему нет? Все, хорошо. Больше ничего не хочу сказать. Ну, пать провальный, поставили вард, хороший, конечно, в IBB, но очень-очень глупо напали. Хороший таргет, но не так, как нужно, не так, как делают хорошие команды. Поторопились, ручки трясутся. Либо просто не поняли, как надо нападать, не скоординированы. Вот. Пока неудача. И сегодня основные составы организации показывают себя лучше, чем академические. Но тем не менее. Вообще интересно, как коллективы связаны. Потому что в Доте же не было эспады, да? Такой команды. Была эспада. Эспада с ЛТВ была и Никсом, если что. Они там в шаге на инт не попали, по-моему. Там ну то ли вот последний карт, то ли предпоследний кому-то проиграли. Я могу даже... Мы же на домашнем касте. Ты пока комментируй, я посмотрю. Ой, сейчас ты скажешь. Босс. Заберут, наверное, Бионда. Он успел нажать БКБ. GT без Дума. Реальтири в БКБ. Вот тебе талант на 20-м. Марс просто отъезжает. БКБ не успел нажать лут. Да ладно. Просто умирает за 2-3 тычки от иллюзии, от основного героя. Второе место. Второе место они заняли, проиграли Винстрайком. Ну, короче, я к тому, что у Спады, у Спирита, я точно знаю, что был один психолог и, по-моему, один менеджер. Я тебе больше скажу, и Спады, и Спирит сидели в одном доме на разных этажах. Я к этому, и мне интересно, вот как связан Астер, Ариас, есть ли у них там буткемпы какие-то, я не знаю. Как же GT хочет тулить в этого СВМЕ, но сдержался. Слушай, СВМЕ долго-долго жил, кастует Дум, Метеор Хаммер, просто выблинковывается в этого Дизраптора, получает 2 стана, 2 саппорта, ну, двигать все, тут уже... На. Сейчас еще нейтралки, GT же это эксперты. Ты не смотрел эту катку, где он тир-1 шмотки под Т3 выкладывал? Ну, после этого проиграл. А, курьером-то? Да. Вот да, именно здесь, мы с тобой сейчас камера. Это было прям супер топ. Но, с другой стороны, я говорю, у меня была там идея получше. Курьера с гемом подвести, нафидить там от Т4. Гем попадает, все хотят его забрать, и ты прыгаешь на тине. Вообще, к слову, мне кажется, тинет сейчас одна из лучших четверок. Ну, есть там Рубик, да, ситуативно, который мега-мега круто может исполнить. Но тине, вот команда Талон крутой перформанс показывала. Ребята из Гладиаторов, из Тундры, из Ликвид, да все топ-команды этого тине рейтит очень сильно. И персонаж, как мы видим, действительно крут. Плюс его сила в том, что ты берешь персонажа этого чара на первой стадии, он флекс. Если что, его в мид там можно поставить. Сейчас, давай будем честны, тени в мид чуть-чуть поднерфили с этим аганимом. Там летит не 6 веток, а 5. Больше на 0,1 секунду они, короче, дольше летят. И вообще, сам по себе, тени мид ситуативный слишком. То есть, да, на 4, я согласен, крутой герой, который все время может дать эту диспозицию. Я бы назвал это более... Как это? Reliable, как на русском. Не знаю, ну типа что... Он, короче, может хукнуть условно героя. А, 0 вообще на 100. Тут, ну, видели даже бы это в IBB, возможно, ГГ бы написали. Сегодня, к слову, Астер Ариас дважды написали good game, когда у них была сломана всего-навсего одна сторона. Казалось бы, можно было играть еще. Но понимали просто, что не победить. В IBB, я так понимаю, из другого немного теста они будут плей до конца. Ну, на самом деле, вот в IBB они полностью легитимно попали во второй... в первый дивизион со второго, да, потому что они прошли. А Астер Ариас, они, наоборот, вылетели, они сейчас должны были играть во втором диве, но из-за того, что в Китае было забанено огромное количество команд, они вот вернулись назад. Смотрим на смог последней надежды от команды Андердога. И тут они, кстати, в направлении Шторма. Тот сейчас разребилит. Улетит отсюда или нет? Прыжок от Бионда. Идеальное копье будет диспоз. Он на месте с полой Марси. Папарацци в таверне. Хорошо. Без Шторма будет команда Экстрим. Целых 70 секунд. Вопрос, что за эти 1.5 минуты вообще можно сделать? Ведь Рошаны нет. Может быть, Т2 как-то поколотить, захватить аунпост?
Надо профармить, мне кажется, и попытаться фикслин, либо найти файт. Даже без анлиша можно подраться. Все БКБшки есть. Без шторма намного меньше урона, конечно, у команды Extreme Gaming, но выглядит так, будто Doom нажмет кнопочку одну, и фантомка не играет доту. Вот так вот. Ну можно просто сапов найти. Вот, допустим, вот и нашли КК. Будет, блин, нашли, нашли. А! Жестко! Как же он приткнулся. Его сюда глюсанули, да. Но он умирает здесь. Ну, кстати, мог... Не, ну если бы он там Юл нажал в момент, знаешь, когда его уже глюсанули, он бы все равно не ушел, потому что Блинк был в КД. Слушай, тебе нужно вот эту фразу, которую только что ты сказал, я не могу ее повторить, в интернешновский бандл свой добавить. Это вот а-ху-ху, типа того. Когда ну, можно. Звучит здорово, мне кажется. Ну, так, посмотри, знаешь. Окей. Ну, это если будет что-то вообще. Если будут бандлы и так далее. Кстати, ты знал, что фраз до сих пор можно купить? Кастеров с предыдущего TI. Не. Вот я не знаю, это баг или забыли убрать. Скорее всего, забыли убрать просто, на самом деле. Так, смотри, Лу увидел стрелу. Как будто стихами начал говорить. GT в кустах находит Лу. Ай, куда бы копнули? Я не могу. Ну, нет, конечно. Ну экстрим с этими блинками, это вообще жесть. Ты понимаешь, только что Тини чуть было не ушел из-под там копья арены. Сейчас то же самое сделал просто Doom. Шикарная работа. Да я понимаю, что БКБ не сильно зарешает, потому что к следующему файту оно откатится. Но это... Ну, выглядит просто красиво. Из последнего, что я такое видел, выпрыгивал, по-моему, из статика кинетика Квин. А нет, не Квин, это был Сумаил как раз. Это матч, который они выиграли. Со счетом 2-1. В так, новые Европе. Шмотки у нас появились. Слушай, таймлесс релик выпадает Лу. Скорее всего, это для Марса. И в итоге, что покупает Шторм и что он себе несет? Doom, кстати, с Ion диска. Его уже заберстить очень тяжело, если только на Дизе нет Аганима. На Дизе шестичный Творс. Ну, в теории может, конечно, быть. Что я сомневаюсь. Боевой клич, поехали. Смотреть потенциально последнюю драку. Правда, пока экстрим немного не угадывают. Вот Дивай более в правильном направлении мыслит. Попараться Аганим, кстати, на шторме. Можно мини-блэкхол создать. Где-то. Притянув тех же сапов. Надо как-то выключить дизраптора, чтобы он не мешался в НГЕ. Позиция. Отдаются руны шторма. Это Аркейн. Дивай. Очень плохая цель для арены. Он нажимает Юл, доджит все это дело. Летит стрела. Задизейблили они до смерти дизраптора. Заберут, скорее всего, еще энчантерс. Это саппорты. По хорам подцепить удалось Марсе. Задумили так, ее. Там, думаю, уже Некс идет топить. Дум уже полетел в топ. И, кстати, видели эту тэпку, потому что Марс еще не умерла в этот момент. Дум уже нашел эту фантомку, но нет у него кнопочки самой главной. Попадает, если что, в миссы Думблейдом, если он еще... Я... Знаешь, я обычно вижу вот эти моменты, ой, когда Дум 40 раз бьет по фантомке и ни разу не попадает. А тут он 2 раза из 2 попал. Лю с Думблейда. Там нет Трустрайка, напоминаю. Тут такая ситуация без выхода, на самом деле. Если бы ты не жал БКБ, ладно, об этом чуть позже, тут все-таки контратака намечается. Кстати говоря, шторм-то без ресов толком, я думаю, драться здесь экстрим не способны, отойдут назад. Так вот, если ты не жмешь БКБ, тебя... О, ну, рапира. Ты можешь бить Дума, но тебе базу снесут. Раз рапирка, два рапирка, Александр Юрьевич у нас на Лу образовался. Вчера мы уже видели игру, кто не смотрел, советую посмотреть, бить Дум против Team Spirit. Там пак был с рапирой, я под нее не буду спорить, ладно, что произошло, посмотрите, как последние плюс 3. Номера, ну хорошее нападение, сразу умирает, нужно байбекаться. Это был Марс, да? Это был Марс. Да, двух героев просто. Но у него есть байв. Два сапика после байв, должен сейчас обликание ЦК. Станет он инчу, будет появляться иллюзия шарда, Марси прыгает, пытается пробить Каучнайта. Ты видел, какой кортик залетел, но тут блэкхол просто от папарацци всех затянул аганимным вортексом. Минус рапира, Лу даже блэкинг бар не нажал, потому что он был в кулдауне. Good game, минус все, победа команды Extreme за 40 минут. Ну, красивая игра, безусловно, но, конечно, фантомочка здесь пришла немного не по таймингу. Я так понимаю, блэкинг бар все-таки был в кулдауне. Не было возможности.